Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я покажу, как на устройстве Vivo Y01 сделать сброс всех настроек до заводских, то есть произвести операцию Factory Reset. Для начала переходим в настройки, затем в раздел «Система», «Сброс настроек» и выбираем «Удалить все данные», «Сброс заводским настройкам». Затем нажимаем «Удалить все данные» и затем еще раз. И после этого телефон будет перезапущен в течение минутки или двух. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока.